Эти парки надо развивать, что там надо в принципе вкладывать хорошие, большие, серьезные деньги для того, чтобы эти парки могли выглядеть хорошо. А потом, ну, какая может быть инициатива? Вот там, где мы раньше работали, ну, мы делали просто, мы брали больших, крупных собственников на территории района, приглашали их и говорили: помоги, вот парк, можешь поставить памятник, напиши, что это ты сделал. Люди откликались на это. Ведь когда просишь деньги на что-то конкретное, на определенное, коммерсанты с удовольствием помогают. Вот вы говорите, люди готовы помочь. Да я сам готов выйти что-то сделать. Но гуляя по паркам, вот мы за парком, за драмтеатром погуляли. Ну, я давно не видел таких парков. Мне стыдно. Мне стыдно за то, что мы до сих пор это не сделали.